И всем привет, друзья! С вами снова я, Отпогеймер. И что ж, мы с вами продолжаем играть Дельтарун. В интернете я немного посмотрел, не финального босса просто. Что будет дальше, там будет сразу же босс. Так что нет, давайте-ка я пойду сразу к хакеру. Я надеюсь, я смогу ведь вернуться, верно? Ну, контент. Просто осталось там на одну серию вроде как. Ну, почти на скиллчах, окей. Мы просто пробежим, все равно будет сейф. Неважно, время не тратим. Так. Отлично. А, и можно пройти вниз. Да вообще замечательно. Фух, нас отпускают. Отлично. А я уж боялся. Ну, мало ли что, да? Блин, а вы так хорошо прям просмотры набираете и за рекомендации идете. Добро пожаловать новым зрителям. Привыкайте, тут шутки про мамок. И про канавы. Вот шваль. Ладно, не проскочил. Я ведь мог вернуться более коротким путем, или нет? Окей. Посмотрим, посмотрим. Оу, Ней. А как вы мне... Как мне вернуться, мать вашу? Там что, был другой путь? А, я идиот. Мне точно говорили, что я могу вернуться. О, проскочил, кстати. Вот. Короче, ваши просмотры меня радуют. Какого хрена на обратном пути, блин, это все появляется? Ладно, пройдем еще раз. Ваши просмотры меня радуют, ваши подписки тоже. И, кстати, два человека осталось до... Это серьезно повторяется, окей. Два человека остается до 2000 подписчиков. Огромное вам спасибо. Да, это ничего не значит, но все-таки цифры красивые. Нахер, я начну скоро ненавидеть эту игру. А, так все просто, ё-моё, да я уже испугался, что нихера. Окей, ребята, а что у нас по хилкам-то? Так, не-не, так дела не делаются, во-первых. Да, так, 30 нозы на команду. Ну, так нормально. Я не уверен, что мы будем хилиться на финальном боссе, все-таки самого сложного босса мы победили, да и хрен с ним. Так, киберполе, а то меня задолбают уже с этим. Говорят, правее от... Тут где-то хакер должен быть. Ну, давайте искать хакера. Херли, контент, а то тут на две серии максимум осталось. А я не хочу прощаться с этой игрой, мне нравится. Сборная солянка. Ох, я и не помню, как против них сражаться. Покачиваться... Ну, давайте добьем, наверное. Ой, я не уверен, если честно. По 50, да. R-действие это, по сути, то, что не нужно думать. Ну, окей, это интересно. По 50, да. Покачиваться. Ну, давайте сразу одного и кикнем отсюда, с этой битвы. Kick your ass. We can... Вера-веракун. Забота, и ты идешь нахер, дружок. До свидания. Дайте мне пройти и уже узнать, где этот чертов хакер. Где Хацкер? Он наверху? Ну теперь-то я знаю, как перемещаться. Оу, Ней, только не говорите, что мне придется спускаться так же долго. Строится... я пытаюсь понять, где Хацкер. А, это я вернулся обратно. Так, ребята, а где хакер-то? Снизу сундук. Там какая-то дискета крутится. Так, этот нам сохраниться не дает. Я что, зря сюда ходил? А где хакер? Я точно помню, что он где-то тут был. О, новый чел. Не зря вернулся. Камера, похоже, сломалась. А, это камера. Это не та самая, где нас сразу им фото, или нет?
Так, мне что, гуглить, что ли, придется? Алло, а где хакер-то? Слушайте, не дела. Хакер. Хоть я и обожаю кошек, но я слышала, что выскочи тоже милый. Что? Он считается домашним вредителем? Да ну не. Еще скажи мне, что мыши паразиты. Так, яблоко, яблоко. Мне точно придется гуглить. Где этот чертов хакер? Королева уже захватила мир? Я бы и не узнал. Я не прошу вас рассказывать мне, но если вы так поступите, у нас не будет выбора, кроме как скрестить мечи. Переворот? Хорошо. Чувак, я бы хотел, чтобы кто-нибудь любил уборку так же сильно, как я. Чистота. Хм, это же я. Дежавю? Я же говорил уже это. Мэн, ты мне не расскажешь, где ваш хакер, а? Пожалуйста. Наконец-то. Вы нашли три галочки, достойные элиты. Теперь я буду жить в вашем городе. Может быть... А я нашел три галочки, да? Может быть, наши киберпути снова пересекутся в особняке королевы. А пока позвольте мне показать вам силу синих галочек. Даже гуглить не пришлось. О, чувак. Я просто хотел сделать для вас классную демо-сцену. Теперь, когда я закончил, я могу идти куда угодно. А меня все еще не отпускает акцент. Очень красиво. Ну-ка. Нет, он не исчез. Ну хорошо, все, можем возвращаться туда, куда глаза глядят. А, кстати, Риан, что будет? Поразительно, вы уже тут? А, ну ладно. Особняк? Особняк. Интересно, спам тому все еще плохо? И он там висит? Ну что ж, погнали. А что за вторая дверь? Ну да, точно. Кто бы сомневался? Я. Все, погнали. Бегом, бегом, бегом. Осталось сразиться против королевы. И все. По стелсу. Хера себе, мастер. Окей. Ну я прям это, зарядился от ваших этих актива нормального такого. Я прям готов записывать сразу же второй ролик. И я его записываю. Че, погнали. Блин, растянуть бы на этой серии, и потом наконец-то будет этот, рандом всегда прав выпуск, и потом уже начинать новую игру. Рыцарь. Рокочущий рыцарь. Сегодня он не зашел на создание этого мира. Достав своей длинной рукой до неба, сконцентрировал свою волю в клинке и открыл бьющий из-под земли фонтан. Это голограмма? К несчастью, созданный мир ограничен стенами библиотеки. Если бы у нас был способ создать больше тьмы, мы смогли бы покрыть весь мир. То, что я тогда поняла, это мощь. Это сила воли. Сила решимости. Это ли не то, чем обладают все светлые? Если один был достаточно решителен, неужто никто иной не смог бы открыть новый темный фонтан? Короче, я думаю, что рыцарь это и есть Крис. В общем, если рыцарь решил покинуть нас, тогда я просто создам новую. Хераси, все так просто. О. Ну, сладкая, дорогая, милая. Что ты думаешь насчет этой гигантской руки? Отлично. И как тебе по душе мировое господство? Ну, мы ж пацифисты. Ай, больно, мамочка. Сьюзи, ты пришла, чтобы спасти меня? Каким-то образом я знала, что ты придешь. Ты знала? Я имею в виду, я... В общем... Какие-то у них там тут игры мутки странные. Ребята, вы чё? Стой! Постой. Тебе нужно убираться отсюда быстрее! Чего? Ой, Панчаут! Это я уже проспойлерил себе. Случайно. Но если я не спойлерил ничего. Проспойлерил только вид робота. В превьюшке, в рекомендациях. Королева? По
Похоже, вы так и не заметили. Какой-то этот, прям мехасоник. Чертовски огромного робота напротив моего дворца. Я видел. Это плохо. Она непобедима в такой форме. Она хвасталась весь день своей финальной формой. Хе-хе. А злодей-то харизматичный, да? Ты думаешь, что пара сантиметров... Хорошая отсылка. Я надеюсь, что не в переводе. В оригинале точно такая шутка была. Спасут тебя? Да. Верно. Шикарно. А музыка... Трек крутой. Окей. Я обязательно доставлю. Кто не знал. Я прохожу игру, и если какие-то треки мне нравятся, я их в группу ВК закидываю. У меня там плейлисты. Мы достаточно крутые теперь, чтобы захватить мир. А также все игры, пройденные мной, те, что проходятся и те, что не проходятся, смотрите закреп ролик на канале. Ну, это так, для новичков. Чтоб не спрашивали, какого хрена я что-то прохожу и действую странно в играх. Сьюзи, давай просто создадимся. Чёрта с два, мы это сделаем. Сьюзи. И что с того, что у тебя есть другая форма? У нас она тоже есть. Крис, Розари, ну давайте же. Откуда она? Что ты делаешь? Это наша наисильнейшая. Подожди секунду. Когда ты сказал об этом? О нет, я, видимо, с вами на равных. Надеюсь, вы не против, если я не буду сдерживаться. Так. Мы падаем. Есть у кого идеи, как нам спастись? И мы можем попробовать быстро-быстро махать руками. Не бойтесь, ваш рыцарь, сияющий во тьме от успеха, хуже тот. Бёрли? Ну окей, красавцы, ребята. Крис, Юзи, моя энергия еще слишком низка, чтобы помочь. Я думал, уже дум начался. Тон-тон-тон-тон-тон-тон. Такое ощущение, куда все это подстроено, и это лишь спектакль, чтобы помочь Сьюзи. Чтобы влюбить ее в себя. Ну, Бёрли же говорил, что нацелен. По-моему, это какой-то заговор. Так что надевайте шапочки или фольги. Так что я... Эй, не воруй мои слова, Бёрли. Так что я нашел способ помочь вам. Приготовьтесь, товарищи. Comrades. В вашем противостоянии, королеве. Мы завели самых разных друзей, правда? Используя наш талант создания хлама. Мы преобразовали всех. Для работы вместе. Я тоже займся списал себя в свою летопись. Он тоже там? Ля! А это из-за того, что я пацифист. Крис, Юзи, узрите. Мощнейший групповой проект. Я уж чуть не отчитался. С роскошным корпусом. Моим самыми сильными JPEG файлами. Мигающими огоньками. Шестая храбрость. Моей энергией. Любовью и заботой. Свежей едой. Организованности. И кроме всего, всем, чем вещь не являлась. Ля, мужчины чисто собрались. Готовы, да, тут всем... На лестнице стояли два прикольных мужика. Наконец-то достойный соперник. Детка, вот моя любовь, посмотри, сердце бьет бит, это мой винт. Гига-королева преграждает путь. Гига-чет? Взбуч! А, Бен нужно набирать, а чё там? 50-25, вдруг почему-то я заговорил голосом Сьюзи. Идиот. Ну, получается что? Предмет можно использовать, можно. Защита. Ой, чуть не уронил микро. Ну, точнее, поп-фильтр. Извиняюсь. Хватит болтовни. Теперь осталось время только для битвы. Ау. А на какую кнопку бить? Окей. Забыл. Просто это было в начале прохождения. Ночь только началась. Хм, а моя броня, интересно, влияет на это? Режим лазера. Лучше уклонение.
Саморемонт. Ну, будем копить только на саморемонт, наверное, смысла нет. Ага, шучу, я все равно продолжу говорить, пока я набиваю твое лицо. Ну, Punch-Out я играл. Миссис. Ха-ха. Ночь только началась. А ничего, что я ее бью, я пацифист не нарушу, не? Пришло время Нелли осознать свою настоящую силу. Ее воля и решимость. Ты че, дура? Пошел нахер! Финишим! Окей. Ваш робот заряжен для спецдействий. Давно я не использовал этот голос. Сосредоточив силу в клинке, она создает новый фонтан. А зачем мне фул починка? Это чё, я благодаря ПН могу, а обычной едой я не могу хилиться? Надо попробовать. Мне даже не лень просрать обычный ход. Следующий, и следующий. Ух ты, шваль. Тест юмайт! Она каждый раз устанавливается. А чё делать? Просто подержаться? Ваш робот заряжен для спецдействий. Ух, королева. Турбоуклон. Лучшее уклонение ТП. Быстрые атаки. Я думаю, это может быть выходом. Режим лазера активирован. Запущена аура неподвижности. И тогда весь мир покроет тьма. Она и все смогут жить счастливо без страхов страданий. Смысл от того, что я это сделал, мать вашего? О, мощный. Страшно. Раунд 2 начинается. Надеюсь, я ничего... Ой-ой, я ей хп снес. А, ну это, надеюсь, как в Undertale, да? Если не убил, значит, ты все еще пацифист. Не-не, ребят, я не буду использовать. Крис, Юзи, почему бы вам не помочь мне создать мир вашей мечты? Также мои мечты. Не, ну ты в Punch-Out явно не профи. Мисс? И вы вообще читерите, мисс. Другая королева тьмы, на которую... Оу, щит. Я работал, она говорила совершенно обратное. Когда ты проходил игру с читами, она говорила, пока читеры. Странная вы королева, мисс. Саморемонт. Или я еще продержусь. Сьюзи. Бро, просто дай мне исполнить тамейшие вари, и у тебя будет только столько скейтбордов, сколько пожелаешь. Нас пытаются задобрить. Оу, щит. Я понял. Роузей советует вам увернуться, а затем контратаковать. Турбоуклон. Лучшее уклонение. Активировано, запущено. Турбоуклонение активировано, запущено уклона усиливающая аура. И Крис, мой верный союзник, ты будешь уметь столько. Окей, я не помню, что ты любишь. А ты интересовалась типа, да? Оу, щит, я вас понял. Мисс? Мисс, уйдите. Тут парни разбираются. И нет, это я не королеве. Городской пейзаж проносится мимо. Ну, типа, зрители, вы девочки, вы поняли, да? Не, я хочу похилиться, мне интересно, что будет. Я могу жрать? А, так все проще, чем я думал. Эй, а где третий парень? Зритель? Или я? О, Андайн, мисс. Сьюзи давит на кнопки управления, пытаясь увеличить силу удара. Вообще без рофа очень-очень крутая музыка, мне нравится. Присоединяйтесь ко мне, и вы все станете суперсильными и крутыми. А мне не нужно улучшаться, ведь я уже идеально, и могу стрелять озерами из моих модных покалов. Женщина. Вумен. 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 Битзе вумен. Бойца даст. Роузей советует вам увернуться, затем контратак... Нахер он это делает? Ну, турбоуклон, окей. Турбоуклонение активировано. Хорошо, на этом мои полномочия и все. Запускаю процедуру на повторение диалогов. Ха-ха, я понял, я что-то делаю не так. Черт, да ты серьезно? Мисс! Мисс! Так, Сьюзи давит на кнопки управления, пытаясь увеличить силу удара. Погодите. Это как с Сансом, нужно обязательно постоянно атаковать. Хватит болтовни. Теперь осталось время только для битвы. Я не понимаю, когда ее можно... И сколько раз ее нужно ударить?
сильная женщина. Раузей советует вам вернуться. Раузей, пошел нахер. Я вообще не знаю, есть ли смысл ее бить. Пошла нахер, вумен. Сьюзи давит на кнопки. Надеюсь, это не шутка. Отлично, 100 хп. Самопочинка активирована. Запущена аура лечения. Стоимость ПН повысилась. Пришло время, Наэль, осознать свою настоящую силу. Ее воля, ее решимость. Типа она не самостоятельная вумен. Я перепутал кнопку. Ау, щет! Это больно. Городской пейзаж проносится мимо. Сосредоточив силу в клинке, она создаст снова фонтан. И следующая, и следующая. Она разве... может стать рыцарем, она же маг по классу, не? Вумен. Не глупая вумен ведь. Пошло нахер. Ее хп уменьшается. Сьюзи давит на кнопки управления, пытаясь увеличить его удара. А я зачем-то пытаюсь это повторить. И тогда весь мир покроет тьма. Она и все смогут жить счастливо, без драков и страданий. Вообще музыка напоминает Мегамен немного. Вообще очень крутая ретро-музыка. Вумен! Вумен, я смогу победить тебя, вумен. Сьюзи давит на кнопки. Олтер, убери свой член, Олтер. Так. Да хрен с тобой, тебе конец. Сьюзи, Крис, Сьюзи, почему бы вам не помочь мне создать мир вашей мечты? Yeah. А, и так активирует вторая стадия? Не надо. Test your might. Раунд 3 начинается. Сьюзи. Бро, просто дай мне исполнить. А, ну я понял. Повторение диалогов? Чё делать? Ух, Battle Tots. Я понял. Я только понял. Смешно. Да, я понял, Розей. Саморемонт, поехали. Пошло нахер! Я понял, ее не атаковать. Только в определенные моменты. Я это учту. Городской пейзаж проносится мимо. Get over here! Эй, а где третий парень? Да если б я знал, а это что за херня? Ой, ошибка. Сьюзи давит на кнопки управления. Присоединяйтесь ко мне, и вы все станете суперсильными крутыми. Не надо, вумен! Вумен! Городской пейзаж! Не, придется хилиться. Я не всегда понимаю ее атаки. Все-таки с первого раза все играю. Ха-ха, получи. А теперь ее можно бить, да? Как это, мать твою, работает? Начищу морду тебе. Ты думаешь, не впервой? И осуждаем максимально. Накаляется сражение. Да я нажимал! Это Punch-Out или Mortal Kombat? Я выбью из тебя все дерьмо. Поехали. Ну теперь-то я знаю. Ха-ха-ха, чертиво. Пошло нахер, я теперь знаю, как сражаться. Почти. Да ты 4 раза... А на что это влияет? Я откуда должен заранее знать? Типа, первый паттерн 4 удара той атаки, и он повторяется 4 раза потом, да, верно? Окей, я учту этот паттерн. Но теперь-то я знаю, теперь-то я не растерян, но теперь-то я все еще получаю урон, потому что болтаю, идиот. До свидания, я выхилился. Тебе конец. Сколько бы ты меня не била, сколько бы мы не сражались. А, я не могу ее бить, когда она крутится. Кстати, это ведь реальная отсылка Королеве Тьмы, да? Когда она крутится вот так вот. Ну, типа один в один, и потом она вылетает снизу. Это реально отсылка на Battle Tots. Первый еще. Потому что во втором Королева огнем пользовалась, она не умела так делать. Это реально отсылка к Battle Tots, ну точно ведь? Сьюзи. А, ну да, это повторение.
Окей, босс-файт легкий. Нахера я столько хилок брал? Ты дурочка? А еще это похоже на бокса Холлифилд, Сеги. Там, где типа бьешь противника, если он сильно прокачан, у него тупо полоска уходит, но очень медленно. И потом типа остается на следующий бой. Но она вроде как не выхиливается, как в том боксе. А, я смог ее ударить? По одному разу, я понял. От чего это зависит, я не знаю. Ну и ладно, бей меня, чё. Звучит как садомаза, но и хер с ним. Не, мне надо ее просто бить. Вумен. Я ударю первым. Я успею. Нет. А там, по-моему, диалоги какие-то были. Я понял. Там были какие-то новые диалоги. Ой-ой. А у меня хп-то достаточно. Я победил. Я победил. Yes. Боевая мощь падает. Перегрев активирован. Слушай, внимательно. Вы, возможно, победили меня. Да, я еще все обладаю одной вещью, которой у вас троих никогда не будет. Вагина? Реактивные руки. А, ну я как всегда. Привыкайте. Атака? Ну, чули, я нажимал. Я нажимал, чтобы атаковать. А, ну вот так и надо, ладно. Майн! Да не говори, я же нажим... Дорогая. Милая. Эспи проиграл. Сладенькая. Был просто экран гейм-овера или... Солнышко. Чё-то особое. Так я проиграл или нет? Возьми клинок, который я тебе дала. И пронеси планету. Создай нашу новую... Верховенство Империи. Но Империи долго не живут. Я. Что? Не так, Наэль. Я знаю, что это сделает тебя счастливой. Да тут две сюжетных линии. Любовных сюжетных линий. Ты все-таки с Сьюзи или у вас какие-то секреты с королевой? Или я должна использовать свой оставшийся заряд, чтобы... Почему ей так важно было использовать коробку тогда, чтобы прятать от нее лицо? Превратить Сьюзи в несколько бит. Оставь. Ну да. Она ведь не знает, кто она для нее. Оставь Сьюзи в покое. Ты думаешь, что слушание твоих речей делает меня счастливой? Нет. Я никогда не буду счастлива с тобой, даже если будешь мной управлять. Почему ты не можешь этого понять? Вероятно, мои вычисления были... Да это ж чисто я. Я точно так же общаюсь, когда ошибаюсь. Редко, правда, но все же. Неверный, Наэль. Брось меня и... Так она все-таки реально хотела для нее счастья, чтобы она обрела это? Блин, харизматичный злодей, мне нравится. Используй свои собственные силы. А мамка Лансера вообще в курсе, что у нее там этот... Лансер как бы несовместим с этим миром. Как они тогда его зачем? Неважно. Чтобы выбрать мир, который сделает тебя счастливой. Флауи? Королева? Королева? Королева, ты в порядке? Похоже, что ее заряд иссяк. Но теперь мы можем запечатать фонтан, так ведь, ребята? Какая хитрая морда. Ребята. Я думал, вам там все внутренние органы как бы сломали. Королева, она сказала... Выбери мир, который сделает тебя счастливой. Я не хочу жить в мире под ее управлением. Но если бы не она, был бы ли этот мир столь плохим? Что? Сьюзи, разве ты так не думаешь? Я туго соображаю. Раз уж ты подняла эту тему, Крис, может, этот мир действительно лучше? Мы нашли себе столько друзей здесь. Смекаешь? О нет, снова эта дорога, снова этот задний фон в виде города. Вы что, меня на Undertale подбадриваете, твари? Вы ведь знаете, как я люблю Undertale. Блин, прям как в той концовке, да? У меня никогда еще не было столь захватывающего приключения.
С топорами, со сражением и с магией. Где все можно излечить лишь небольшим заклинанием. И что бы ни случилось, никто не укажет нам, что делать. Да, божечки, да. И даже если сейчас все это было страшным. Я имею в виду... Опять этот идиот портит кадр. Тоби Фокс гениален. Гениально использует иронию. Есть ли какая-то причина, чтобы этого не... Нет, насколько я понимаю. Я тоже так считаю. Тогда, Нель, пусть это будет моим настоящим извинением. Он ее убьет? Ладно, шучу. Сосредоточив свою волю в этом клинке, я создам новый фонтан. Можно ли рубящий топор называть клинком? Это вопрос к Папичу. И наше светлое будущее. Будущее, которое светит для нас. Светлое будущее, которое взойдет из тьмы. Стоп. Что? Что вы все собираетесь делать? Ну, я думаю, что мы... Стоп! Я хотел сказать... Стоп! Вы вообще осознаете, что происходит, если это сделать? Я, мы просто... По всем мирам пройдет рокот. Чё он так изменился? Чё-то этот падла милый знает, пушистый. Слушай, рассказывай давай. А вот. Когда тьма поглотит свет... Когда фонтаны затмят небеса, все сущее пойдет в пучину хаоса. Фонтаны даруют форму титанам, и те погрузят землю в бездну отчаяния. Тьма сокрушит всех выживших темных, медленно обращая каждого в каменные изваяния, а светлые, оставленные на произвол судьбы, вынуждены будут вечно блуждать в ночи. Это ты считаешь раем? А, так это он рассказывал? Ой. Это ты считаешь раем? Перепутал немного голос. Но я использовал голос, вспомнил, который я использовал 2-3 года назад, когда первую часть проходил. Да. А Борочка, я не знала этого. Ты не знала? Но весь твой план строился на... Я просто компьютер. Вот и вора. Я не знаю все на свете. Ору. Я лишь брала за основу действия рыцаря. Какой стати? Я бы хотел уничтожить весь мир. Ладно, хоть какое-то облегчение. А сразу спросить никак, не? Вообще она выглядит как доктор Эггман. Она вот так сидит, скрючившись. Только усы не хватает. Не, выбитый зуб, окей. Простите меня, я... по итогу я продолжаю приносить тебе одни лишь неприятности, Нель. Все хорошо, Бертли, я понимаю тебя. Я думала над этим, пока меняла свою батарею. Ты не можешь просчитать чувства других. Ты правда понимаешь мои ощущения? Уморительно. Нет, конечно, я просто не хочу видеть на грустный. Ору. Хорошо. Я рада, что вы двое теперь это понимаете. И ведь по итогу мы стали два довольно классной команды. Может, отпустишь нас, мисс? Черт возьми, а ведь и правда. Может, уже... Я немного не понимаю. Вот, либо я тут долбанутый, шизанутый предсказатель, как это обычно бывает, что я угадываю заранее все. Да, я шизанутый, долбанутый предсказатель. Ну, это так, для новичков. Может, уже отпустишь нас? Да, конечно. Окей, я ей верю. Сьюзи. Эй, ты противостояла королеве. А, неплохо. В самом деле.
Да, просто думаю, тебе нужно скоро проснуться. Да? Так это не сон. Все стало так напряжно. Я и забыла, что это просто сон. Я не понимаю, они либо притворяются, либо идиоты. Ну просто у меня как бы покрасневшее лицо, а на мини-картинке аватарки. Спасибо, да, за расшифровку, мистер Элпиджи. А у нее типа лицо, как будто она шутит. Тогда я просто надеюсь. У меня будет больше таких снов. Эй, Ноэль, когда ты проснешься, хорошо. Я только хотела сказать, Майсас. Что ж, тогда я полагаю, вам всем пора уходить. Нежное прощание. Запускаю программу нежное прощание.exe. Дайте без экзе, а? Я и так с этим связан. Я буду скучать по каждому из вас. Ноэль, твоя ненужная честность. Сьюти, твоя глупая храбрость. Крис, твое отсутствие лишних эмоций. Бурли. Не обязательно прощаться, королева. Крис может отвезти нас обратно в наш городок замка. Вы и все наши новые друзья сможете жить там. Эй, а этот мир что, покинут, что ли? Жалко же. Хотя, ладно, сюда можно иногда возвращать. Так она совместима с тем миром? Как это, мать вашу, работает? Почему-то лансер из того мира не совместим с этим. Она ж там просто засохнет, нет? Отменено. Удаление, нежное прощание, точка из-за. Ладно, она не хочет тот мир. Ну и ладно, ее дело. Не будем же насиловать. Хорошо. Время сделать то, ради чего мы сюда пришли. Эй, Ноэль. Если ты увидишь настоящую Сьюзи, просто знаешь, что может быть она... В общем, у нее нет хвоста, понятно? Хорошо, я поняла. Давай просто пойдем, Крис. Что-то она там сказала, но я не заметил. А, окей. А сейчас сколько время? Дайте-ка я посмотрю. Ух, нихера, я записываю уже, минут 40 где-то. Ну, если вырезать тот мир, где я шлялся... Короче, следующая серия, походим по городу, почитаем диалоги, ну как всегда, да? Вы же знаете, в прошлый раз тоже там много чего поменялось. Короче, будет еще контент на следующей серии. Крис. Ну вот мы снова здесь. Ну это немного другое место, наверное. Ракочущий рыцарь. Неважно, кто создает фонтаны. Вот это у них дни насыщенные, лучше, чем в моей жизни. А моя жизнь скучная. Так ли это плохо? И лишь с вами я, господа, развлекаюсь. Ну и еще с парочку хороших друзей. С тех пор, как они начали возникать, жить стало гораздо интереснее. Не находишь? Это может принести беду, опасность. Вдруг какая-нибудь, не знаю, большая тварь выпрыгнет из этой твари. Ладно. Из одного из миров. Ладно, лучше пора не думать об этом. Пока не думать об этом. Крис, твой черед! Опять шизанутый Крис ночью откроет новый фонтан? Ваша душа как будто засияла. Оу, я снова. Аж мурашки по коже. Слушайте, я вспомнил, что было 2-3 года назад. 3 получается уже. Спасибо огромное, чел, который у меня это заказал. Мой, кстати, хороший друг. Спасибо. Хотя, что я прощаюсь, еще титры будут. Там долго еще. Что случилось? Пипец, он без шлема, конечно, ох, но он выглядит непривычно. О, это был сон, не так ли? Сон, это все сон. Но, конечно, это должен был быть сон. Я в прошлый раз это говорю, но теперь я точно убежден, что это не сон, нихера. Но это все выглядит странно. Так я чувствую. Вообще, мы были тут и были в библиотеке. Как работает телепорт? Такие чувства, такие мысли, о боги. Думаю, я бы никогда не подумал, что Сьюзи будет. Сьюзи! Сьюзи, что ты тут делаешь? Ты пригласила нас учиться, забыла? О, да, я... Что, учеба с ними? Ноэль, святые небеса, не они. Неужто поход в библиотеку был тоже частью сна? Да я не хочу, чтобы это было все сном, алло. Не заставляйте меня разочаровываться.
Что ж, думаю, мы могли бы попробовать. В прошлый раз я говорил то же самое, 2 года назад. А мой будильник? А, я опаздываю на смену с мисс Бум. Кто такая мисс Бум? Уже так поздно. Ладно, всем пока, мне уже пора. А, как же я люблю книги. Их обложки такие приятные на ощупь. А теперь давай поспешим, моя дорогая Ноэль. Ребята, вы серьезно? Ничего не помните? Хорошего дня, Крис, Сьюзи. Пока, Крис. Пока, Сьюзи. Все-таки это единичный стол. Мы все там были, короче, мы все знаем. Потому что не зря же она краснеет, падла. Да и Сьюзи наверняка все знает. Увидимся. Да-то брови. Увидимся. Что ты там высматриваешь? Ничего, пока. Что с ней вообще не так? Как она ведет себя со спасителями мира? Ну да, все помним. Крис, эй, секундочку, Крис. Мы только что спасли мир, не так ли? А черт, мы настоящие герои. И никто даже не знает. Наверное, так будет получше, правда? Люди бы запаниковали, узнав, что мир в опасности. Она разве не произносила это в прошлый раз, нет? Хотя жаль, что она тоже должна забыть обо всем. Ладно, пошли отсюда. Так, дайте мне сейф. Это во-первых, ребята. Во-вторых, мне надо заканчивать. А то я на час в прошлый раз записал, идиот. Ну ладно, вам понравилось, видимо. Просторный шкаф полон старой электроники. Внутри легко мог бы поместиться кто-нибудь крупный. Компьютер, монитор ярко мерцает. Различные плакаты о безопасности в интернете. Так, ладно, шутить не буду. Вы внезапно подумали о том, как мог бы сложиться ваш день. Если бы плакат с оранжевой кошкой все еще висел бы на стене. Ну да, я все еще идиот, который пытаюсь диалоги как персонажей проскипать. А Крис, ты пожирнел? А, заполнен множеством запасных устройств. Такие как мыши, клавиатуры или матрасы. Маракасы? А, точно. Компьютер. Просто синий экран. Похоже. Компьютер. Сломан. Ладно. Люблю вас потроллить. О, веб-тап. Похоже, это самый продвинутый ноутбук среди прочих компьютеров в библиотеке. Что-то... Кто-то оставил его включенным. У кого-то майнинг-ферма. Да. Чё пытаюсь узнать, когда 2 раза подряд... Черт побери. Сегодня 2-й раз подряд уже у меня падает поп-фильтр. Ладно. 2-й раз подряд пытаюсь нажать на предмет, узнав новые диалоги. Мусорный бак. Похоже, что кто-то случайно распечатал там много бесполезных писем. Так. Удлинитель нельзя. Компьютер, монитор ярко мерцает. Компьютер, монитор ярко мерцает. Монитор ярко... Мусорное ведро. Вы чувствуете, что у него нет друга. Трудно объяснить, почему вы так относитесь к мусорной картине. Наш чел действительно странный. Стоять нахер! Перед тем, как уйти, вы собрали все в комнате. Нет причин возвращаться туда. Опа. Люблю читать книги. Особенно те, что наверху. Книга 1 о душах. Прочитать ее? Душой издавна называлось много вещей. Источник нашего сострадания, источник нашей воли, ёмкость нашей жизненной силы. Но даже сейчас ее истинная функция неизвестна. Ну хорошо. Как заботиться о человеке? Книга для монстров о том, как ухаживать за людьми. Внутри фотографии незнакомых людей. Вы быстро закрываете книгу. Согласно корочке на обороте, ваша мать неоднократно... Я думал, ваша мать сдохла. Ладно. Ваша... Песня такая есть, да. Ваша мать неоднократно брала ее много лет назад. Я как зритель Стрея, я как увидел мать брала, сразу захотел пошутить. Ну, меня прет сегодня. Компьютерный зал, пожалуйста, сидите в интернете. Ответственно. На самом деле, может, лучше стоит... Вообще не стоит. Ну да, правда. Книга фокусов. Для большинства из них требуются шары или парящие руки. Короли Молота. Первая книга из серии знаменитого источника герцога Бума, создавшего множество наград. А он раз существует этой вселенной?
Здесь лежит книга. Вы облизнули страницу. Вкусно. Какой наш чё странный. Так вот, каково иметь вкус в литературе. Вроде я это читал. Чей-то дневник? Прочесть его. О нет, кто-то другой вынимал мой дневник. О нет, в газете печатают обзор. О нет, меня очень высоко оценили. Хорошо. Юный творец. Еженедельный обзор мультфильмов. Один только взгляд на критику мультфильмов быстро истощает вашу энергию. Да, было такое. С моей одной любимой игрой. Из детства. Оу, черт. Чувак, Андрей-то ушла. Чувак, уже поздно, не так ли? Думаю, тебе пора домой, да? Да, в принципе, да. Ладно, тебе не обязательно это произносить. Не хочешь идти домой в одиночку? Что ж, если ты собираешься заставить меня... Прямо как в том комиксе. Погнали. Хентай комиксе. Ой. Ну, вы меня знаете. Что ж, а может мне кто-нибудь сейф даст, не, идиоты? Вы мне сейф дадите? Давайте я доберусь до дома, там засейвюсь и потом буду все читать. Эй! Я не хочу, блин, тут сидеть долго. Карты, стекло. Я успею это все прочитать. Дайте, у меня серия, блин, сейчас это. Эй, Крис, может нам стоит проверить Вансера? Он должен был вернуться в школьную кладовку, так ведь? Да дайте мне сохраниться. Да погоди ты, школьная кладовка, я все проверю. Дайте сохраниться. Просто дайте засейвиться, пожалуйста. Крис, ты идешь домой? Еще нет. Что? Конечно, хорошо, да? Да блин, а мне что, не дадут сохраниться, эй? Несерьезно. Да, тут, похоже, нельзя нигде засейвиться. Ну что ж, тогда будем на этом с вами заканчивать. Сейчас пойдем в кладовку, и там же я продолжу следующую тогда серию. Может быть, она будет короткая, неважно. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. И ждите новую серию. А я вдохновляюсь тем, как Крис быстро бегает. По пересеченной дороге. Ура. Нарушаем правила ПДД. Учитесь, дети.